Район, я не помню, как он называется, вот за горой Тымпой, вот ее видно от эту гору, на которой написано Брашов. Очень райончик тихий, спокойный, кто здесь живет, им очень нравится этот район. Но он действительно очень светлый какой-то, несмотря на то, что он стоит под горой, у него очень какая-то атмосфера светлая. Здесь много парков. Вот сколько хожу, здесь на протяжении всей длины вокруг Тымпы идут такая зеленая зона, внутри которой находится много вот таких вот зон для детей, игровых площадок. Вот здесь вот площадка тоже построена. Вот там, где розы, там выше вот, где люди, голуби. Вообще здорово. Мне очень нравится этот район. Хороший. Здесь это еще зона парковая. Она не то, что парковая, она больше прогулочная. Конечно, она вся каменными плитами заложена. Что? Не знаю. Пойдем посмотрим. Мне кажется, там, видишь, где забор? Там, если там ведешь вниз, там, кажется, есть магазин, где мы купили один камень, из которого я внутри золото. То есть, да, красивый камень. Ты какой балкон красивый, да, вот наверху. Да. Такой весь зеленый, прям вообще как лес. Ну да. Красота. Пойдем посмотрим, вдруг это реально там, где мы проходили. Что, это не тот район? Сосны вот эти вот, прям прелесть. Я обожаю сосны. Я не знаю, за кем иду, за кем-нибудь иду. Чувствуется здесь рука 70-х годов эпохи. Вот такая зона, она идет до самого желтого дома, вот до того. Вот эта вот часть вся закрыта плитами. Вот, не очень, конечно, живописно, но вот что есть, то есть. Очень тихо, спокойно, машины тут не ездят, и поэтому здесь очень хорошо. Смотрите вот еще раз на вот эту вот красоту.